В Покровске открыли первое в республике специализированное картофелехранилище. Оно обеспечено специальной системой теплоснабжения и вентиляции. Хранить в нем будут лучшие сорта семенного картофеля для нужд республики. Подробнее о новинке расскажет Саргылана Ильина. Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и малое инновационное предприятие ООО «Наука» занимается производством семян. В 80-е годы в нашей республике весь сортового поля составлял 50% всех посевов, а сейчас всего лишь 19-20%. Наша наука, наука сельского хозяйства, давно мечтала такой объект. И, наверное, мы давно не строили для науки такой законченный объект. Площадь картофельных посевов в республике составляет около 7 тысяч гектаров. Для полного обеспечения семенным картофелем требуется 800 тысяч тонн семян. Это такие сорта, как «Элита», «Суперэлита», «Любава», «Якутяночка» и другие. Сейчас завезли многие болезни, такие как вот картофельную нематоду, это очень такой карантинный объект. Фитофтору тоже у нас стало проявляться достаточно часто. И другие, многие болезни вирусные в том числе. Всего по России построено 150 таких объектов. То есть система является уже испытанной, проверена на практике. В Якутии это первый такой объект. В этом ангаре расположено 8 продуктовых датчиков, 1 датчик влажности, 2 датчика потолочных, плюс расположены 4 датчика в каналах. Из показаний этих датчиков аппаратура принимает решение о запуске того или иного оборудования. Температура в картофелехранилище должна поддерживаться строго 3 градуса. Вместительность объекта – 500 тонн картофеля. И по подсчетам, чтобы обеспечить в полной мере республику отборными сортами, требуется построить еще 5 таких хранилищ. Саргылана Ильина, Александр Юрков, НВК Саха, Хангаласский Улус.